Ютровокский полигон. 13 августа 2021 года. Мы только сейчас покинули территорию близ объектов, которые снимали. Мы были сейчас, ну, минут 20-30 назад мы там были. Сегодня два объекта мы запечатлели на видео. Я говорил, что тут объекты есть интересные, недалеко. И вот мы здесь. Объектом не назовешь. Хотя, как знать, может быть, даже это и есть объект, название которому я не могу определить даже. Вот мы находимся на этом объекте. Бетонная или же, скорее всего, асфальт или бетон. Бетон. Это бетонное покрытие. Стыки заделаны асфальтом или смолой. А объект буквой L. L. Леонид, Леоня. Бетонный. Площадка. Для какой цели? Конечно, я не могу пояснить. Уповаю на то, что кто-то вспомнит, пояснит. Из участников группы или же подписчики на ютубе. Итак, буква L. Мы стоим на левой этой перекладине этой буквы. Как бы расширяется здесь. Здесь пошире основания. Влево-вправо. И потом пошла уже такая вот поуже линия. Я могу лишь предположить, что может быть это что-то связано с вертолетной площадкой. Может быть. Ну зачем танкам такая площадка? Они хоть где станут, хоть где могут разместиться. Как, впрочем, и БМП. Другая техника не нуждается в таком твердом основании. Это черемуха вот тут растет. Что-то не видно тут плоду. А рядом туда, там вторая эта полоса идет, или не полоса, как же сказать, нога этой буквы. Вон где велосипед, там верхушка или верх этой перекладины. Там тоже она пошире, влево-вправо. Вот она расширяется, площадка влево и размещается вправо. Я по шагам померил шагами. Вот от велосипеда в ту сторону, где мы начинали видео. Ну, 100 метров примерно, плюс-минус там 5 метров. А это вот перекладина. Это все, конечно, в скобках или в кавычках. Ну, метров 25 от силы 30. Вот эта перекладина, которую я так назвал. Оттуда мы пришли сначала. Велосипед на месте. И вот еще в ту сторону пошла также столько же метров. Такая же полоса. Это на стыках выросла трава. Да, мы не пойдем до самого края. Там такая же площадка, как вот где мы сейчас были. Мы там начинали видео. Это мы почти находимся в верхушке этой буквы. Сейчас мы хорошо их рассмотрим. Вот одна полоса, или же нога этой буквы. И вот в эту сторону другая. 100 метров. Находится это рядом с теми объектами, которые мы смотрели сегодня. То есть это рядом, ну почти что рядом, с центральной дорогой полигона. Ну, метров 200-300 сюда. Если с Форцина ехать, это справа будет.
сюда вот еще посмотрим. Я считал, тут насыпь такая, это не насыпь. Тут невозможно ориентироваться сейчас. Вообще считал, я сдалека уже там подходил. Считал, что это обваловка какая-то. Я подобное встречал, обваловки там, где хранилище боеприпасов. Так и думал, что здесь то же самое. Ошибался я. Поднимемся. На карте я укажу. Хорошо виден этот объект, который буква L. Квадратики видны. Но пояснений нет никаких. Нигде не встречал. Никогда. Жарко. Стало очень жарко. Я планировал еще кое-куда заехать. Нет, не поедем. Мы сейчас посмотрим эту территорию. Будем уезжать. Пришли мы оттуда. Вон там просматривается. Может быть, велосипед. Сам не вижу. Должен где-то там сверкать. И здесь будем подниматься. Очень даже может быть, что это рукотворно. Насыпь. А когда поднялся наверх, я потом усомнился. Вот мы куда поднялись. Вот она здесь насыпь идет. Еще дальше, там еще повыше. Вон там это буква L. Вон там видно асфальт. Что уж там впереди нас ждет, я не могу пояснить. Не был там. Но раз мы здесь уже, давайте уже туда сходим. Вдруг там всего навалом интересного, а мы побыли рядом. Кто-то обязательно скажет, точно, там кто-то и кто-то был. Вот еще возвышенность впереди. Ну все это заросшее по краям, а здесь нет. Вот единичные деревья только. Вот здесь еще на подъем. Даже дорога есть. Какая-то худая, не худая. Но тут только ездить специальным транспортом. Да, тут что-то вот ударчивает. Вот она круг. Это не дорога. А как-то круговое такое движение. Может быть, даже мотоциклисты здесь ударчивают. Бывают дни, когда им разрешают тут ездить. Вот мы уже на подходе ко второй возвышенности. Все-таки, я думаю, это рукотворные все. Ну, это столько трудов, столько надо земли перелопать. Еще он выше. Еще ступенька. Вот мы оттуда идем. В первом видео я говорил, ветроэлектрогенераторы на территории, близ территории БМП, танковые БМП-директрисы. Вон они. Ветроэлектрогенератор. Это по существу центр полигона.
где-то между Форцина и танковой директрисой. Неужели еще есть? Нет. Я вижу, там уже на спад пошло. Вот мы куда забрались с вами. Это точно все насыпное. Вокруг вон дороги. Вереск. Вот они здесь кругами горцуют. Мотоциклисты. Мы пришли вот оттуда. Там это буква Л. И вот видны все эти ветроэлектрогенераторы. По прямой до Алтыслагеря километров 6. Но ехать невозможно по прямой. Мы будем объезжать. Лучше всего ехать через танковую директрису. Туда километров 3, наверное. Да, все-таки я склоняюсь в рукотворный этот объект. Это мы на самой верхушке. Очень даже может быть здесь был какой-нибудь вышка управления огнем. Электрическая вышка. Ну, это все предположение. Вот вниз. Это тут бетонный столбик. Это не бетонный, гранитный столбик. Ну вот мы теперь посмотрели эту территорию. Ну и спускаемся. Нечто пирамиды такой ступенчатой сделано. Уж как называть теперь видеоролик. Да, планировал еще кое-куда заехать, уже нет, по времени не успеваем. Ветерок. Вот здесь тоже бетонная дорога. Дорога или площадка? Вот. Как-то я прошел, не заметил. Хорошо, что не выключили камеру. Уже хотел было завершать. Вот здесь бетонная то ли дорожка, то ли тропинка, площадка. Вот бетонная. Кузнечиков много. Вот мы по ней ходим, по этой бетонной дорожке. Или же просто площадка. Продвигаемся дальше, в сторону велосипеда, там где эта буква Л. Или Л. Если это рукотворно, большая работа проделана. Ничего не валяется, никаких снарядов, никаких железок тут нет. И вот последняя ступенька. Опять же, в кавычках. И дальше там уже будет буква Л. Там где велосипед.
Боярышник. А, железка. Понятно, чего. Спускаемся. Вот одна ступенька, еще одна там есть. О как. На карте я что-то не присматривался. Может быть, и будет видно, что-то возвышенность такая. Конечно, укажу. Ветерок небольшой поднялся, но прохлады нет. Это жаркий день сегодня. Самый такой жаркий последние дни. Вчера было 25-26 градусов. Сегодня на 5 градусов должно быть выше температуры. Ну, 30, наверное, уже есть. Времени сейчас без 15-12. Вот за этой елкой должен быть велосипед за сосенкой. Очень на это надеюсь. Вот основание, которое сверху перекладина в этой эль. Влево и вправо ноги этой буквы. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. На месте велосипед, нисколько не сомневался. Всем всего доброго, до свидания.